У каждого народа есть свои традиции и обычаи. Они определяют характер, темперамент, придают особую своеобразность и национальный колорит. Чем может гордиться любой народ? Конечно же, своей музыкальной культурой. А когда речь идет о цыганах, первое, что приходит в ум, это их музыка. Зажигательная, страстная, отображающая дух цыганского народа. Она не меняется, передается в оригинальном виде из поколения в поколение и всегда остается актуальной и интересной. Что стоит в себе эта музыка? В чем секрет ее популярности? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить именно в нашей программе. Не переключайтесь. Мы сегодня в лучшем диджей-клубе «Кафе Троя». С вами Сиран Мамбетов. Вы смотрите SM-шоу. Сегодня у нас в гостях популярный исполнитель цыганских песен Василий Жадан. Цыгане – народ, который известен во всем мире. Иногда кажется, что именно они научили весь мир петь, танцевать, веселиться. В последнее время профессиональные эстрадные исполнители стали чаще обращаться к цыганским романсам, обычаям, национальной одежде, стараясь удовлетворить публику, которая все больше тянется к экзотике. Со сцены энергетику горячих цыганских вечеров ощутить возможно, но не в полной мере. От души насладиться цыганской музыкой, обладающей магической силой, можно только тогда, когда на сцене артист, в жилах которого течет романская кровь. В Украине быстро завоевал популярность певец, который гордится своими корнями, с уст которого льется народная цыганская песня, с рук передается цыганская энергетика, а в груди бьется настоящее цыганское сердце. Василий Жадан – артист, который имеет способность в считанные секунды зажечь публику и поддерживать этот огонь до последней ноты в песне. А потом зал просто взрывается от аплодисментов, и этот пожар еще долго невозможно погасить. Василий Жадан – победитель множества престижных всемирных конкурсов цыганской песни, обладатель гран-при международного цыганского конкурса «Амалей», человек, душа которого открыта для всех, а в сердце помещается весь цыганский мир. Тайна цыганской жизни – все о цыганском шоу-бизнесе. И еще много всего интересного вы узнаете, если не будете переключать канал. Оставайтесь с SM-шоу. Я приветствую тебя, Жадан. Здравствуйте, Сиран, очень приятно. Жадан, вот о чем я подумал? Народная музыка популярна сугубо в своей национальной среде, а вот цыганская музыка, она популярна у всех. Вот в чем секрет ее популярности? Ну, мне кажется, здесь никаких секретов нет. Если кто-то хоть один раз услышал цыганскую песню, он сразу поймет, почему она вот настолько, эта музыка имеет. В этой музыке заложена душа, это первое. Это веселье, колорит. Поэтому в этом драйв. Драйв реально. В этом успех, я думаю, нашей цыганской песни и музыки. Вот мы знаем, что цыгане – музыкальный народ. Вот в кругу семьи. Вот раньше мы представляли так, что шатер, костер, цыгане. Поэтому вот как сегодня цыгане, насколько они музыканты, насколько они в быту используют свои народные песни, будем так говорить? Я вам скажу, что музыка, танец, песня цыганского народа сохранилась, те традиции сохранились из древних времен. Еще из истории возьмем. Цыганский народ – это выходцы из Древней Индии. И в те времена рома, вот, это наше племя, так наша национальность называется рома. В то время они только и знали то, что петь, танцевать, и еще и знали ремесло. Кузнецы, цыгане, вот оттуда все и пошло. И благодаря Господу Богу, я могу с уверенностью это говорить, что несмотря на все трудности жизни, пройденный этап ромского народа, они пронесли наши предки культуру, традиции и самое главное, то, что еще плюс ко всему этому главному, песню, задор, цыганское веселье и душу. Вот как вы сохраняете цыганские песни в современных условиях? Вот, допустим, в современных условиях народные песни стала традиция записывать на ноты. Вот цыгане сегодня записывают на ноты свои народные песни? Ну, я сам композитор, вот вы услышите мои песни, я надеюсь, в моем исполнении, на мою музыку есть хорошие песни. На самом деле, реально, очень сейчас, в последнее время, трудно приходится бороться нам, людям, которые живут цыганской песней. В чем? В основном молодежь, я хоть и сам молодой пацан, но я понимаю реально смысл жизни цыганской песни. Я не хочу ее, чтобы она где-то терялась. Потому что эта песня та, которая нравится народу, людям
Это всегда было приемлемо. Вот, не зря Пушкин писал, Лермонтова, цыгана, цыганская. Но есть такие песни, которые исчезли просто, вот как бы вот, когда-то пели их, я подзабыли. Хочу рассказать. Нет, песни не исчезнут до тех пор, пока есть такие, как я, и очень известные люди, такие как Игорь Николаевич Крикунов, известный во всем в Европе и во всем свете, Николай Сличенко и очень много других. Это мэтр цыганской песни. Да, мэтр цыганской песни. Пока есть такие люди, цыганская песня не исчезнет. Обидно, конечно, что молодежь на сегодняшний день пытаются петь какое-то соул. Мы не против, пускай поют, но нельзя забывать то, что реально сам Господь Бог. То есть у цыган тоже есть проблема, что как бы вот народные песни подвластны современным аранжировкам, подвластны как бы влиянию современной. Я об этом и говорю, Сиран. Молодежь в основном пытается из цыганской песни сделать музыку соулу или там какую-то попсу. Пускай развивается, это как бы неплохо, но главное не потерять то, что, я говорю, сам Господь Бог. А вот сколько ты знаешь народных песен? Много? Цыганских народов? Цыганских. Ну, конечно, много. Ну, ты их, кто тебе научил этим песням? Вы знаете, этому искусству наш народ цыганский не учится лично, персонально, где-то в какой-то школе, цыганской песне, цыганскому танцу. У нас это как бы, знаете, вот из древних времен это все, как бы ребенок сам, когда только начал ходить по земле, он уже начинает танцевать, понимаете? Начал разговаривать, он уже поет, это само собой. Тексты песен как-то вот они где-то куда-то записываются, вот кто-то уже, я понимаю, там танцу можно научиться, когда, а вот тексты песен, они же как бы длинные тоже. Песни слышатся, вот допустим, мои дети, да, они, я их не учу текстом, они слышат, что я пою. И не только меня слышат, очень много известных, хороших песен от других исполнителей. И они сами поют потом. То есть повторяют эти песни, выучивают, сами учат. Ну, раз ты у нас сегодня в гостях, я надеюсь, ты нам сегодня что-нибудь исполнишь. С большим удовольствием, конечно. Первую песню я для вас сегодня представлю, для всех зрителей. Песню, которую поет весь цыганский мир. Почему, я вам скажу. Не потому, что только она известна для всего цыганского мира, а потому, что она является гимном ромов. То есть у цыган есть свой гимн? Да? Есть, да. И вот поют все цыгане, знаю это. Знаю, поют. И вот эту песню я представлю для всех. Ми дихав тут в лакекалеяка,
Лака яка сардуй баре драка Гиньйом лака шукарло водикло Дикле за одийом героево Ей, ромале Ей, чавале Ей, ромале Ей, чавале поется в этой песне? На цыганской именно здесь поется о цыганской жизни, о кочевой, как цыганский народ жил и как пришли мы к сегодняшнему дню. Эта песня, ну как бы она в 20 веке была написана, где-то в 60-х годах, когда уже начал цыганский народ, ромский народ, уже оседлый образ жизни вести. Поэтому там сказано, в принципе, о всей цыганской жизни, о жизни ромов с древних времен и до сегодняшнего дня. А твои дети поют? Да, у меня детки уже ездят на фестивали. У меня два сына. Старшего зовут Иван, меньшего Василий, как и меня. Вот. Ездят на фестивали, детские конкурсы различные. Очень хорошие, порядочные, воспитанные детки у меня. А Василий Цыган тоже как бы вот идет профессия, передается с поколения в поколение. То есть, если вот ты музыкант, твои дети музыканты, вот ты можешь быть там кузнецом хорошим быть там, или каким-то там кустарем. То есть у вас как? Вот если, допустим, ты музыкант, и твой род несет все как бы музыкальную линию, так оно или... Ну, на самом деле, раньше было, вот, ну, примерно так, наверное. Вот. На сегодняшний день, в наше уже более цивилизованное время, когда доступно и школы, и институты, и профессии различные, вот нет такого. Вот у меня родители, они обычные простые цыганские крестьяне. Вот. У них образ жизни был, конечно, намного сложнее, нежели вот у нас, будучи молодежь. Я же говорю об этом времени, где доступно практически все. Хочешь учиться, иди учись, выбирай себе профессию любую, юридическую, учителя, кого угодно. Вот. Тогда было посложнее, конечно, насчет этого. Надо было кормить семью. Сегодня цыгане тоже стремятся к образованию. Ну, конечно, на сегодняшний день мы вот, пытаемся все давать. Основное на сегодняшний день для детей – это знания. Знания – это с первого класса школы. Вот на сегодняшний день в том городе, где я живу, я представляю город Сумы. Я при моем содействии, я являюсь еще помимо композитором-артистом, являюсь глава национально-культурной громадской организации «Ромалы» ромской культуры. Вот. И себя в городе? Да, в нашем городе. Область представляет. И в одной из школ, где учится очень много ромских детей, там 77 деток учатся в этой школе, из 380 детей всего, 77 деток ромской национальности. И мы вместе с дирекцией, с управлением нашего города, при моем содействии, вот, открыли музыкальный класс для деток ромской национальности, где они сейчас уже параллельно учатся, познают знания и еще на цыганские, именно цыганские, да. А есть аналог где-то в мире вот такой, где обучаете? Только это, в основном это театры. Театр «Ромен», допустим, вот такой в Москве. То есть там есть своя студия? В Киеве, да. В Киеве цыганско-драматический театр
романс под управлением народного артиста Игоря Крикунова. Да, конечно, сотрудничаем. Они вам помогают как-то в материале? Помощь огромная, я вам скажу, от этого человека, от Игоря Николаевича Крикунова. В плане чем? Этот человек, ну реально он положил всю жизнь свою на алтарь искусства и несет цыганскую музыку, цыганскую песню, цыганские танцы. Вот в этом году уже, кажется, если мне память не изменяет, был 8-й фестиваль, международный фестиваль, который называется «Амала», который делает вот Игорь Николаевич Крикунов. И в этом его помощь огромная. Я реально вот начинал с этого фестиваля, где меня начинали люди узнавать. Телевидение, съемки, все такое. Поэтому я думаю, что в этом помощь его огромная. И не только мне, и всем талантам, кто, который молодежь, в основном молодежь, которые таланты проходят, он никогда не отказывает. А вот есть на сегодняшний день современные цыганские композиторы? Есть. Как называется современная цыганская песня? В Москве очень много ребят в театре. Они пишут в цыганском ладу, это вот современные цыганские песни. Очень много известных и малоизвестных композиторов, которые пишут на сегодняшний день цыганскую музыку, цыганские тексты, поэты пишут. Цыганская музыка развивается в современных условиях, как и вот сейчас она другая музыка. Да, совершенно верно. Вот я сам композитор, одну из песен я сегодня вам представлю свою совсем новую. Да, на самом деле это будут первые слушатели этой песни. Вот, все наши зрители. У нас будет премьера этой песни. Премьера этой песни, а называется она «Цыганская душа». Очень хорошая песня, надеюсь, зрители ее оценят и понравятся. Послушаем. Thank you.
ведь я знаю, что ты вот в этом году, вот именно в этом году ты участвовал вообще на многих фестивалях. А что это за фестиваль? Вообще расскажи, вот именно расскажи, особенно про цыганские фестивали, где они проходят, как часто они проходят. Вот в этом году у меня было три таких просто масштабных фестиваля, в котором реально был весь свет цыганского искусства, цыганской песни. Где это проходило? Очень известно, я сейчас скажу. Это был два фестиваля проходили в Польше. Первый фестиваль проходил в Плоцке, город Плоцк в Польше, где было очень много известных лиц и вообще настолько фестиваль яркий. Вот я вам скажу, фестиваль, он очень много дает мне как артисту, для себя я очень много беру. Во-первых, это общение, новые знакомства с людьми, которые уже известны. И потом ты берешь что-то новое для себя. Это очень полезно. Почему я очень много езжу по фестивалям? Не для того, чтобы побеждать. Ну, это как бы оно заложено, да, это интересно, это хорошо. Но знакомство, что-то для себя взять, это уже для меня является победой. Фестиваль второй в Чехачинке был. На этом фестивале были очень много известных. Это тоже фестиваль цыганской музыки, да? Группа Gypsy King была в партии. С лидером их, Рико Санчесом. Потом были цыгане с Америки, Австралия. Вы представляете, какой занимательный штат? Все цыгане говорят на одном, на своем языке? Или вот цыгане, которые живут в Франции, цыган, в Испании? Цыган всегда или... поймет на цыганском языке. Но есть немножко наречие. Немножко отделяется, чем выделяется язык. Вот возьмем даже как самый простой пример, чтобы было доступно всем, чем отличается. Вот украинский язык, да? Люди, разговаривая на украинском на западе, на западной Украине и где-то на востоке, на юге, вот есть немножко акцентик, да, вот так и в цыганском языке. Но друг друга мы прекрасно понимаем. А как цыгане сохраняют свой язык? Вот, многие народы, как бы, у многих народов существует проблема. Там они специально для этого организуют школы какие-то, я не знаю, там культурные центры, чтобы как бы сохранить свой язык, книги. У цыган же нет вот своих книг, нет своего как бы, ну, алфавита. Вот как цыгане сохраняют свой язык? Не хочу гневить Господа, но реально то, что вот чем Господь Бог немножко нас обделил, ромский народ, цыганский народ, это тем, что, наверное, у нас нету своей земли. И нет своей письменности. Но на самом деле, вот я из истории, очень много историй изучаю насчет ромского народа. Вот, письменность была у нас, оказывается. Ее просто, когда колесили по земле, где-то растерялась она. Просто не донесли до этих дней, письменности нет. Во времена войны создавались в колхозах цыганские школы. Было, проходило учение, и где-то говорят, но я никак не могу найти, письменность вроде бы еще в наше время где-то была, но не сохранилась она. Вот. А как мы сохраняем язык? Письменности нет, язык сохраняется только диалектом, то есть разговорным. Ребенок, опять же, я говорю, рождается, он даже любого взять, допустим, ребенка не только цыганской национальности, неритянского ребенка взять, поселить с детства в цыганскую семью, и он вырастет, я вас уверяю, он будет разговаривать на цыганском языке. Это все получается от общения. Василий, вот в какой стране цыгане более-менее сохранили свою культуру, свой язык? Вот что для вас является таким, вот, допустим, будем говорить так, эталоном? Там? Вот в какой стране? В Румынии, в Молдавии, где это? В Бессарабии? Где вот цыгане наиболее сохранили свою культуру, свой язык? Вот, что для вас не является примером? Не могу я выделить ни одну страну, которая вот, менее традиционная или более. Реально, в основном, все до сегодняшнего дня традиции чтут. Для нас традиции. Ну, цыгане в основном проживают в Восточной Европе, да, основная часть цыгане или нет? В принципе, не в Испании, там, да, в Латинской Америке. Очень много, конечно, есть очень много. Единственное, раньше говорили, цыгане не живут только в Китае. На самом деле, сейчас вот у меня приятели есть, живут в Китае, нормально живут, чувствуют себя великолепно. Поэтому цыгане... Вот знаешь, Адам, есть такой момент, что вот цыгане, как бы, когда жили в какой-то стране, да, они как бы принимали обычаи и культуру того или иного народа. Вот, допустим, что касается крымско-татарских цыган, они жили, допустим, в Крыму, приняли мусульманство, приняли быт и культуру крымско-татарского народа. Ну, как бы, они стали... Вы совершенно правы. Вот есть такой момент? Есть, опять же, вернемся немножко назад, к предкам. Они, когда колесили, табором кочевали, и кто где останавливался, и от образа жизни понимали уже
ну, как бы не то чтобы, ну, и даже веру, в принципе, даже веру, да. Вот есть у нас много цыган, вот я из ромов сервы. Серво, серво, это считается в основном люди, цыгане, ромы, которые поселились на Украине и живут. Есть русская рома, это русские цыгане, в основном, которые по России. Вот. Есть крымские цыгане, у нас так и называется, крымские цыгане, мусульмане. Они мусульмане по вере. Мы вот... То есть они вот сохранили, допустим, крымско-татарскую культуру, есть такой момент. Вот, да, они там, вот где поселились, я же говорю, и от жизни, по жизни, как бы пришлось, не пришлось, оно само по себе, пришла вера та, в которой среде они находились. Знаете, вот здесь такой момент, что вот эти цыгане, как бы, они себя как бы стесняются называть цыганами. Вот что такое у меня? Я говорю, мы не цыгане, мы уже крымские татары. Я говорю, ну зачем как бы терять свою культуру, зачем отказываться от своей национальности? Я ничего не хочу сказать плохого этим людям. Пускай просто они сами задумаются над тем, как можно отказаться от своего, от того, что тебе Господь Бог дал. Я думаю, Сиран, все мы прекрасно понимаем, не считая вот этих людей, которые отказываются от своей нации, что не имя красит человека, а человек красит имя. Кем бы мы ни были по национальности, главное быть человеком и донести людям сам то, что ты, вот, я цыган, я ром, я цыган, я горжусь этим. Весь круг людей, кто меня знает, знает, что я очень порядочный. И своими поступками я доказал всем, что я имя свое крашу, а не имя мое, меня, понимаете? Хотелось бы посмотреть этим людям просто в глаза. Пару слов, я бы не оскорблял бы ничего сказать, что неправильно поступали. А ты вот лично, какие черты ценишь в людях? Что ты больше всего ценишь в людях? Ну, есть пара-тройка вещей, которых для меня были, есть и останутся очень священными, я сказал бы. Это порядочность, не люблю предательство в любой отрасли, где бы это ни было, с кем бы это ни было. Ну и уважение, уважение к особенности. Вот у нас эта традиция сохранилась, уважение к старшему обязательно. Как бы это святое и святых. И не только к старшему, и вообще к человечеству. Уважай человека так, как бы ты хотел, чтобы уважали тебя. И все будет отлично. Цыганские исполнители вдохновили сначала Испанию и подарили миру знаменитый стиль фламенко. А в Венгрии, благодаря цыганской культуре, зародился фермункош. А цыганский романс уже к середине 19-го столетия стал разновидностью русского романса в исполнении певцов и гитаристов из Петербурга и Москвы. Что еще цыгане могут смело назвать достоянием своей культуры? Обо всем вы узнаете в нашей программе. Оставайтесь с нами.
сегодня в лучшем диджей-клубе «Кафе Троя». С вами Сиран Мамбетов. Вы смотрите SM-шоу. Сегодня у нас в гостях популярный исполнитель цыганских песен Василий Жадан. Василий, что означает слово «ром»? Это связано что-то с Римом, связано с Румынией. Что означает слово «ром»? Не, я поправлю немножко вас. Не «рома», а «рома». 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 «Ромалы». «Ромалы» — это обращение к народу, вот уже смыслом. «Рома». А «рома» — это национальность наша. Я уже говорил о том, что мы выходцы из Древней Индии. И наша в Индии насчитывалось, если на сегодняшний день, наверное, я не знаю, более 100 племен. И одно из племен индийских — это рома были. Это наше племя. В то время так оно и было племя. И вот когда было наводнение, люди начали оттуда разбегаться, и наш народ, наше племя ушло с индийской земли и начали кочевать по земле. И вот когда они шли, у них спрашивали: «Вы откуда? Кто вы?» Они говорили, что мы рома, а с полуострова Цик, знаем такой есть, который находится на реке Ганг. И получалось то, что как бы народ им уже присвоил другое название национальности. Цик, Ганг, цыгане, племя цыган. Вот. А сам, ну, правильное название вот нашей национальности – это рома. А есть рома, такие, рома. Да. А есть такие, ну, не племена, будем говорить, а такие роды, которые сегодня до сих пор кочуют по всему миру? Есть ли такие? Есть, я вам скажу. Ну, это как бы уже ближе семейное, клановое такое, там собираются. Но кочуют они, как ни странно, не на лошадях, на машинах. Вот очень много из Румынии, из Молдавии ездят. И к нам в Украину приезжают. Да? Да, вы общаетесь, поддерживаете какие-то вот? Конечно, конечно. То есть они сохраняют ваш, как бы, я вам скажу, я традиции. Вот, если вы хотите увидеть кочевого цыгана, рома, вот вы, да, наверное. Ты кочевого большие. Понятно. Весь на колесах. Василий Жадан. Жадан. Это чисто цыганская, да, фамилия? Жадан. Она что-то значит? Я не могу сказать, что это чисто цыганская. Значит, я вам скажу, очень много значит в украинском языке. Давайте вот задумаемся. Жадан. Жаданный на украинском языке. Я плохо говорю украинский. Я разговариваю на украинском языке, понимаю. Жадан – это жаданный, желанный на русском языке. Да. В этом огромный смысл. Да. Откуда появилось мое имя Жадан? Это, естественно, от моих родителей, от отца, от деда, от прадеда и нашей династии Жаданов. Вот, Жадан. Я вам скажу от предков, что лет 300, наверное, еще кочевой народ, который колесил по Европе, по Восточной, пришли в Украину, и оно сохранилось до этого дня, это имя Жадан. Это чисто клановое. Наша семья. Вы ведете вот именно свое такое родословное древо? Ну, конечно. Вот ты помнишь своих предков. А у вас есть, вот, допустим, сейчас вот сегодня какой-то барон, которому вы все как бы, ну, культура цыган, если обязательно должен быть барон. Очень интересный, да, вопрос. Да, вот существует много вопрос, много раз мне задают этот вопрос люди, которые, ну, просто не информированы этим. На самом деле, во все времена и до сегодняшнего дня это тоже сохранилось. Был, есть и будет совет старейшин, где все вопросы на любом уровне внутри ромских цыган. Это по всему миру? То есть везде, по всему миру. Как он избирается? Я вам сейчас расскажу. Совет старейшин, он не избирается. Вот давайте подумаем, как можно избрать совет старейшин. Это наживается жизнь. То есть в каждом городе есть свой совет старейшин, да? Или в каждой области, или в каждой... Ну, как он? Кто главнее? Допустим, здесь вот у нас в Сумах свой совет старейшин, будем так говорить, да, в Киеве свой. А как они между собой, как бы... Ну, как представьте, они у нас там живут, вот в нашем городе, где-то семей 300. Это где-то в среднем 1000-1500 людей. Вот. Поэтому вот эти 1500 людей, ну, не то чтобы как бы кто-то кого-то избирал. У нас нету выбора. Кто входит в совет старейшин? Самые умные или самые пожилые? В совете старейшин может находиться не только человек, у которого борода седая. Человек, который... Справедливость – это прежде всего. Ну, значит, кто-то его выбирает. Как бы, ты понимаешь, каждый человек считает себя справедливым и порядочным. Если вот назови человека даже подлеца, он никогда не скажет, что я подлец. Я вам сейчас скажу, как это происходит. Вот как? Допустим, вот когда ситуация какая-то, какой-то там вопрос нужно решить, не обязательно конфликтный. И надо, чтобы решить, кому идут совет старейшин. Совет старейшин, там, ну, как минимум там 3, 4, 5 человек, которые реально уважаемые, справедливые, это об этом знают все.
И они говорят, это богатые люди? Не всегда. Не всегда, потому что, ну, как бы, быть... Не как правило. Ну, быть справедливым и мудрым, это не значит быть богатым, понимаете? Есть... Ну, как бы бароны, сейчас... они вот, ну, их называют хорошо. Я расскажу насчет барона. Вот они говорят, что вот они как бы очень богатые. Насчет барона тоже расскажу, очень интересная тема. И вот они говорят, эти 3-4-5 человек говорит, позовите вот того и того. То есть они говорят, позовите, потому что они видят реально, что вот эти люди справедливы, и они подтягивают в это общество. То есть они своими поступками, делами на протяжении всей жизни доказали, что реально, они как бы... Реально, я говорю, это жизнь, да. И эти люди смотрят, что они справедливы. Как бы цыганская почта, она самая быстрая, самая... 100%. Ну, понятно, да. По традиции, ты нам немножко уже рассказал о своей. Теперь же дам о музыке. Вот сам ты какую музыку слушаешь, вот кроме цыганской? Ну, слушать я разноплановую музыку слушаю. Я люблю очень Бенсона. В свое время я слушал Майкла Джексона. Вот. Вырос я на музыке Deep Purple. Я на Ричи Блэкмор, я играю на гитаре сам. Это, вот, эта музыка меня и породила. Естественно, и Пако де Лисио, естественно, и Эл Демиоло. Да, конечно. Вот недавно Эл Демиоло приезжал в Донецкой области, писался на студии. Мы приезжали, встречались, виделись. Вот, и... Разноплановую музыку. Я могу слушать Баха, симфонии, и, я же говорю, и рок. В основном я люблю спокойную, хорошую музыку, типа Бенсона. А как ты относишься к современной поп-туровой музыке? Нормально. Нормально. Единственное, вот, ну, знаете, как бы, но это надо, наверное, все-таки было пройти. Что мне не нравится в такой музыке? Это электронщина, которая на сегодняшний день как бы уже показывает свое лицо. Что люди все-таки поняли, что живая музыка и живая – это ни с чем не сравнимо. Так. Если бы ты не стал музыкантом, кем ты был бы? Интересный вопрос. Я даже, честно говоря, никогда не задумывался. Вообще вот с детства я мечтал, с детства где-то, ну, лет 6-7, там, быть вообще в спорте. Футбол для меня – это был вообще супер. Занимался я футболом, ну, как бы от образа жизни. Не всегда у меня получалось. У нас в семье, у родителей 10 детей, у нас у матери и отца. Поэтому лет 12-13 пришлось идти помогать родителям. Они нас не заставляли. Мы сами уже понимали, что родителям нужна была помощь. Поэтому с футболом как-то не сложилось у меня. Но я еще шахматист. Вот. Он в себя в области 2-3 года занимал первые места. Ну, с шахматами и до сих пор дружу. Вот, ну, как бы для себя это как бы хобби осталось. Кем бы я был? Наверное, артистом. Мне приятно, я очень рад и благодарен судьбе, родителям своим и Господу Богу за то, что за все то, что у меня есть. За то, что я есть таким, каким я есть, что я есть артист. Мне приятно, главное, что я могу дарить людям улыбку, счастье, веселье и задор. Ну что, Василь, спасибо, что ты пришел сегодня к нам. Спасибо, что ты рассказал, пооткровенничал мне и нашим телезрителям. Удачи тебе, успехов. Приглашайте, мы будем приходить. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Ай, брат!
мы с вами окунулись в мир цыганской культуры и музыки. Ощутили себе пламя души этого горячего народа. Это была программа SM Show в самом лучшем диджей-клубе кафе «Трое». Не пропускайте нас, только в нашей программе вас ждут встречи с интересными и яркими личностями. До встречи! Что ты сказал? Я пожелаю всем счастья. Будьте счастливы. Удачи.